Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Идут первые сутки, как у меня вылупились цыплята. Это мини-мясные B66, а также 2 или 3 цыпленка, смесь адлерского серебристого петуха и загорской лососевой курицы. Сегодня я хочу немного рассказать о том, что нужно для содержания цыплят первые сутки. Обязательное условие – это тепло. Я держу их в самодельном брудере из поликарбоната и ОСБ плит. Первые сутки я поддерживаю температуру в районе 30 градусов. Обогреваются цыплята от инфракрасной лампы. Лампа на 150 Вт. Брудер находится в доме, поэтому лампы такой мощности вполне достаточно. В магазинах вы также можете встретить лампы на 100 Вт и на 250. Лампы на 250 у меня обогревают кур в сарае и в теплице. В теплице у меня проживают утки, индюшки и остальные куры. В качестве дополнительного освещения я использую зеленую лампу, потому что зеленый свет не раздражает птицу и, как следствие, в будущем поспособствует исключить такую проблему, как расклев. Но это не 100% гарантия, но хоть как-то это поможет. Именно поэтому я уже несколько выводов использую именно зеленую лампу. Мощность у нее маленькая, поэтому она их не раздражает. На первые 1-2 недели я стелю на пол одноразовые пеленки из фикс-прайса, которые предназначены для животных, чтобы маленькие лапки цыплят не проваливались сквозь сетку. На эти же пеленки первые дни я сыплю корм. На белом фоне его отлично видно, и птички начинают его потихоньку подбирать. Как я и сказал, под пеленкой находится сетка, а под сеткой лоток для сбора помета. Максимум недели через 3 я начну постепенно убирать пеленки. Сначала оставлю одну, чтобы при необходимости цыплята могли походить по сетке и также вернуться обратно на вторую пеленку и отдохнуть от этой решетки. Чем я кормлю цыплят вот на первом этапе? Я не использую никакие желтки, творог, молотую скорлупу и так далее. Уже было несколько выводов, и я привык использовать только стартовый комбикорм. Очень хорошо себя зарекомендовал стартовый комбикорм Purina. Да, он не дешевый, но качественный. Пурину беру для цыплят яичный и мясо-яичный пород. Также я использовал комбикорм Раменского завода ПК-5. И сейчас есть некоторая проблема. Дело в том, что в шаговой доступности не оказалось ни Раменского комбикорма, ни Пурины. Поэтому приобрел комбикорм ПК-5-1 от компании Маркорм для цыплят бройлеров. Старт от 0 до 14 дней. Производство у них расположено в поселке Сурок Медведского района, Республика Мариэл. В принципе, цыплята уже начали его кушать. Не знаю, как этот корм себя зарекомендует, потому что ранее я его никогда не использовал.
Чем поить цыплят в первые дни? Я использую обычную поилку с крышкой-насадкой на банку. Банка пол-литра. На первое время этой поилки им будет вполне достаточно. Немножко о выводе. Вывод получился не очень. Всего 9 цыплят из 20 яиц. Несколько яиц я убрал после овоскопирования. Да потому что не оплот. Часть были подозрительные, которые я оставил. Перед сбором яиц для инкубации кур я не сажал на диету, хотя в этот период не рекомендуют кормить их кукурузой. А у меня они ее ели. Есть вероятность, что часть яиц я переохладил на этапе сбора. Ну и как следствие, все это могло повлиять на конечный результат. Итак, вернемся к поилке. В первые сутки поим кипяченой водой комнатной температуры, в которую добавляем 1 чайную ложку глюкозы, а также щепотку лимонной кислоты. Это необходимо для того, чтобы запустить работу пищеварительной системы птенцов. Птички пьют сладкую воду, которая провоцирует у них аппетит, и они охотно кушают. Температура в первые сутки плюс 30, и вторые, и третьи. На четвертые сутки снижаем до 29 и так далее. Если вам интересен температурный режим, вы можете написать об этом в комментариях. И я оставлю информацию под этим роликом, где распишу вплоть до 2-месячного возраста. Свет на данном этапе у цыплят горит постоянно. По поводу витамин. Начиная со вторых суток буду добавлять витамины. Это гомотоник, 1 мл на литр воды. Пропаивать витаминами я буду 5 дней. Ну вот, на этом все. Спасибо, что посмотрели ролик. Пока.